В этом месте концерта мы хотели пригласить на сцену нашего старейшего автора, участника войны, защитника Отечества Евгения Даниловича Аграновича, чтобы вместе с вами поздравить его с 65-летием нашей великой победы. Но он ушел из жизни совсем недавно. Правильно будет, чтобы его песни звучали на этой сцене и ровно в этом месте. На сцене квартет «Лирики». От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблести поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов, целый мир помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Пусть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. И такой, где не памятен свой герой, и глаза молодых солдат с фотографией увядших глядят. Только грозь, словно высший суд, для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, не с пути свернуть.